чем интересно было снимать? Не знаю, Хорош, Макс! Хорош, прут, супер! Потихоньку, Вик, Вик, Вик! Вик, трусой, Вик, трусой, Вик! Да, да, да! Серди! Все, Савельич, иди сюда! Андрей, окей, это мой парень, давай, иди сюда. Стоп. Я работал, дай ему сильнее. Два раза каждый, 7%. Поехали. 7%. Дай Доха! 100%. Другой вперед, например, линия штрафная, один нежный. Трой, давай, да. Назад играешь. Хорош, Глеб. Хорош, Данил. Я много раз пытался, я понимаю, что вы говорите, конечно, я вообще с детства это пытаюсь. У меня с детства лишь. Я знаю, я же просто. Не, я вообще про тебя много чего спрашивал раньше, у всех, да? Вообще вот есть лоссирование, да? На каждого такого, на любого. И все, кого ты слышишь, кто кого знает, расскажи про это. Вот такой вот будет тут такой человек, как профессионал, да. Вообще, как коллектив. Ну, мне все интересно про зеркало. Поэтому про тебя много знаю. Еще тогда, когда тут заплатил, и потом уехал, мне тоже было интересно, у тебя там не сразу пошло. Да. Макс, это следующий. Ну все, всему уже не бить. Ребята, да, ловите. Ой-ой-ой. Я про это имел. С землей отсюда. А, куда ему, да? Я на сливании еду. Сюда прикормил. И вот сюда. Федь, конечно. Да, Федь, опять за свое взялся. Опять за свое взялся. Первый забил, Георгич. А за что? Не видел. Два центральных мужа сидит.
Ой-ой-ой! Вот и вот. Ну одинаково. Отсканировал. Я был. Там тоже будешь бить штрафные. Ваня не будет. Не помню куда. Конечно. Давай еще одну. Давай, сейчас вот. Как это? Как в игре. Никто не мешает. Только давление. Даже или нет? Не в угол бил? Давай, решай еще. Давай. Не, ну знаешь, прям в притирку ты. Если бы я чуть похуже ударил, ты достал. Да, я уже не тянулся там далеко. Кувырочек. Давай, по центру. Без паузы или что? Я все равно тебе показывал. Я до этого два стоял, сейчас показывал. Че показывал? Что, ну, заманивал один угол. Ты не смотрел тут. Да, не смотрел. Я по таймингу вовремя просто прыгнул, все. И тогда тоже я ждал. Если до конца, ты ж не видел мое движение? Че, Мася, нам свет нужен. Давай, бери, забивай. Давай, ладно, решаю, все. Ты все даю, чтоб забил. Сейчас, подожди. 3-1, решающий. Не, не, ну все, как в игре, я тебе говорю. Самый важный. Предыдущий вырежу, ничего. 4-1. Давай, бери, пока не забьешь. Давай, давай, давай. Давай, давай, пятый. 4-1, поехали. Пятый серия. Зачем ты поддаешься? Ну, смотри, вот друзья. Решил отпустить, правильно. Ребят, давай скажу сразу. Надолго. Чуть-чуть надо сделать. Первый вариант. Передача от защитника. Вот при таком расстоянии можно давать сильную передачу. Там один партнер, здесь один, здесь кто исполняет. Тоже можешь оттуда давать, тренировать. Так. Кади, парочку хорошую, ага. Да? Пойдет. Можно поменяться. Хорошая серия. Хорошая. Вышли! А что в Греции кричат, вышли, как? Экшо! 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 Это типа выход? Я и говорю. Или в Януме. Это выходим. Ага, понятно. Хорош, Моти. У тебя левый лучше, Моти. Ребята. Ну, такая хорошая тренировка, честно. От душа радует. Спасибо большое. Да, а, спасибо. Нет, мне перекладину поставь. Не-не-не-не, туда, вверх. Не, это за линией. Кто проигрывает? Один. Кто проигрывает? Один. Ну? Накладывает ужин сегодня другим. Может, ориентир, что ли? Не-не, Сань, ну нет, ну нет. Рядом. Не один просто, надо один удар сделать. Хорошо, похоже. Не, ну здорово, да. Ну здорово было. Я бросаю вверх, а ты с двойничка попади в ворота. Встань за линию просто. Веселый старт. А по-любому, мне без разницы. Хочешь опусти, хочешь вверх. Пусть ударится, пусть ударится и два раза, ничего страшного, отойди назад. Давай, давай, один, давай. Один удар и поехали. Один удар, окей. Один. Давай. Смотри на него. Мне? Так неудобно на самом деле, когда два раза. Мне, дедушке. Дедушка! Повыше, подкинь. Забил. Подожди, подожди, он в ворота. Подожди, 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 подожди. Давай, давай, иди только. Да, да, нет, нет. Хорошо. Так играть надо, да? Это игра, правильно? Вы говорите, автобус там зовет. Давай, я тут. Автобус там зовут. На, 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 на.
Он проиграет, и он не придет на ужин. Он домой поедет. Сначала выиграй. Я выиграю. Эй! Даже двигать не надо было. Что, мы моти носим? Да психология у него со вчерашнего дня просто.